сидит. Ты абсолютно прав, решительно сказал Петька. Будем тебе на большой перемене не место выбирать из нашего класса. На перемене мы с ним первым делом список невест составили и стали думать, на ком же мне из них жениться. Женись на Светке Федуловой, говорит Петька. Почему на Светке? Удивился я. Чудак, она же отличница. Будешь у нее всю жизнь списывать. Нет, говорю, она же зубрила. Будет меня уроки составлять, учить. Будешь шнырять по квартире, как заводной. И ныть противным голосом. Учи уроки, учи уроки. Вычеркиваем, решительно сказал Петька. А может мне на Соболевой жениться? Спрашиваю я. На Насте? Ну да, она ведь живет рядом со школой. Мне ее провожать удобно. Не то, что Катька Меркулова за железной дорогой живет. Если я на ней женюсь, мне что же, всю жизнь в такую даль таскаться? Мне, мол, вообще не разрешать в том районе гулять. Верно, покачал головой Петька. Но у нас моего папы машины даже нет. А вот у Машки Кругловой есть самый настоящий Мерседес. Будете на нем в кино ездить. Машка мне не нравится. Тогда давай на Ольге Бубниковой тебя женим. У нее бабушка готовит. Пальчики оближешь. Помнишь, Бублику нас бабушкиными пирожками угощала? Ух, и вкусные! С такой бабушкой не пропадешь. Даже в старости. Не в пирожках счастье, говорю. А в чем же? Удивляется Петька. Не бы на Вальке Королёва жениться. Вот это да! А что у Вальки? Ни пятерок, ни Мерседеса, ни бабушки. Что это за жена такая? Зато у нее глаза красивые. Ну ты даешь! Жене самое главное приданное. А что это за приданное такое? Глаза! Смех, да и только! Ничего ты не понимаешь. Глаза — это и есть приданное. Самое лучшее. На том дело и кончилось. Но жениться я не передумал. Так и знайте.